Такс. Если кто-то задался вопросом, от чего так резко прервался предыдущий эпизод, потому что далее была миссия, которую я попытался пройти уже 5 раз. Вот, и ничего хорошего из этого, естественно, не вышло. Сколько? Это уже 5-й будет перезапуск, соответственно. Вот, поэтому я решил попытаться использовать механику, которую, по-моему, представили вот в этом DLC. Вот, но я не уверен, что она будет работать в основной кампании. Или не в DLC, а в Strike Suit Infinity. Я не знаю, я не представляю, я не помню, если быть точнее, это было 6 лет назад. Вот, и... где там наша миссия? Вот, а все потому, что я тупо не успеваю. Посему, механика это... Помянутые когда-то давным-давно слабые точки на корабле. Не, я не хочу с последней контрольной точки, спасибо, там трэш. Вот. И я попытаюсь как раз ими разводить корабли, потому что мне все равно больше нечем заняться, убивать пушки особого дэмэджа по кораблю-то и не наносит. Это уменьшает дэмэдж, который летит в меня. Так, свармы мне не нужны. Давайте 3-е поколение. То что я все равно почти ими не пользуюсь в стандартном режиме. Будем надеяться, что на этот раз проканается. Ух, ну что ж, сейчас начнется жесть. Так говоря, вот что мне конкретно в принципе в этой миссии не нравится, она эпична, как я не знаю что. Но относительно всего того, что было до нее, сложность прыгает неимоверно. То ли они надеются, что будут все улучшения на борту к этой миссии, то ли я не знаю. Итак, большая куча козлов. Давайте с ними разберемся. Найти большую тучу. Кстати, если кто-то посмотрит на верхний левый счетчик того, сколько мне их надо убить. О да, это много народа. Thank you.
Так, кстати, к вопросу о том, почему я не добиваю их в режиме страйк-сюта, потому что в этом режиме не накапливается намного меньше флюкса при убийстве. Так что легче их всех разогнать ракетами и трансформироваться обратно. Полоса, как мы видим, заполняется отлично. Упс. Здрасте. Так, это тяжелый истребитель, если мне не изменяет память. А, черт. Ладно. Далековато. Они реально тяжелые, увы, ах. Для чего-то, что имеет якобы тяжелую броню и все остальное, они уж слишком маневренные. Надеюсь, раз на этот раз мне повезет. Да, извините, у меня непонятки с горлом. Слишком много накануне орал. Все еще 105 истребителей цело. Это не порядок. Да, ну ситуацию надо исправить. Очень серьезно исправить. По очень большим количеством ракет. Большие корабли идут по времени. А у Атласа есть, как это там называется, зенитное орудие. Поэтому, в принципе, до какое-то время я не могу не заботиться о торпедах. На какое-то время. Еще. Так, где корветы-то? А, вот они. Окей. Семь ракет. Да мне в целом пофиг, что вы меня пытаетесь убить. В целом. К сожалению, не столько пофиг, как мне бы хотелось, но... В целом, да, пофиг. Так,
Ачерон уничтожается сюжетно. Без этого обойтись никак. Ответов у нас еще много. Очень много. Так. Умри, собака сутулая. Благодарю. Этого на какое-то время хватит. Так, осталось 3 корвета. Один. Так, накопить флюкс. Потому что сейчас пойдут сначала крейсер, вместе с ним еще пара фрегатов. Наши мины суровы. Не надо. Никаких проблем. Ну, у меня еще есть немного ракет, ну да ладно. Самая большая проблема в том, что у меня сейчас, по-моему, весь флюкс сожрут. От этого дела. Вроде бы. Это будет несколько проблематично. Ну что, жить будем. Крейсер! Вперед! Нет, не сожрут. Чудесно. Ну что ж. Главное самому под эти пушки не подставиться. Ближе, ближе. А, это чужая пушка. О, это мы можем. Это мы можем, и это мы сделаем с превеликим удовольствием.
пытаюсь раздолбать ему. По идее, вот это должно быть слабой точкой. И судя по всему, так оно и было. Ха-ха, она работает. Отлично. Ой-ой-ой. Так, раз оно работает. Так, мне нужно... Я должен посмотреть, где у него вторая слабая точка. Типично. Ладно, я понял. По-моему, вот эта вот штука. Раздолбана. Отлично. Так, фрегаты, 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 фрегаты. Вон они. Чудно. Так, с вами будет несколько похуже. Но все равно возможно. Пойдите нафиг, я раздолбливаю фрегат. Немного дэмэджа я ему, конечно, нанес. Так, это было получше. Не удивлен. Так, броню мне, конечно, подбили, но... Так, по-моему, вот та панель у него сзади нижнего должно быть слабой точкой. Или нет? Текаем. Но один фрегат уже почти раздолбан, к черту. А сейчас мы почти раздолбим второй. Как-то быстро. Оу, крейсер, понятно. Так, одно но. Где второй фрегат? Я вижу крейсера. Ты обломки. А, вот он. Второй фрегат целенький. Уже не совсем целенький. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, да, с ХП у меня вообще проблемы. Щиты, это плохо, это все плохо. Так. Ауч. Не учел, окей. Но план в принципе работает. Не так быстро, как хотелось бы, но работает. Раздолбать его, так. Раздолбать эту часть, раздолбать эту часть. Я сказал раздолбать эту часть, а не сдохнуть в процессе. Спасибо. Ууу. Капитан,
Крейсеру в принципе уже хана. В принципе. Отлично. Теперь фрегаты. Плохо, больно, непорядок. Так. Окей. Так, а одно маленькое уточнение мне нужно. Где на верхней палубе у тебя слабые точки? Нос? Серьезно? Ну ладно. Так. Раздолбать ему пушки, чтобы он меньше раздавливал пушки нашим кораблям. Атлас уже раздолбанный. О, черт, это верхняя. Так, понятно. Так, еще один крейсер на мой голову. Вот это откуда взялся? Так, одну слабую точку вроде бы раздолбал в процессе каким-то макаром. Понятно, правда, каким, больно. Иди нафиг. Так, это верхняя палуба или нижняя? Вверх. Окей. Раздолбать фрегат! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тикаем. Ну, фрегат по факту раздолбан. Более или менее. Займемся нашими хорошими друзьями-крейсерами. Крейсеры. Это мы можем. В теории. Эй, больно. Тикать. Thank you.
Раздолбать это все нафиг! Титан, увы, не спасется. Плакал мой бонус, но... Да, на конкретный момент меня это слабо волнует. Да мы взрываем всякое. Так, где они? А, черт, не то. Не то, ух ты. Здрасте. Обидно. Увлекся, ладно. Повторить. Так, продолбать. Так, слабых точек здесь вроде бы не водилось. Ребятами мы разберемся, не боись, контроль. Возможно, разберемся. А возможно и нет. Так, я не помню, где здесь была конкретно слабая точка, но... Отлично. Так, фрегаты. Да, Атосу, конечно, это очень не нравится, но... Увы, я тут пытаюсь взорвать целый фрегат. В одну каску. Нафига я это делаю? Не ясно. Так, здесь все уже горит. Так, это вроде бы как дно. По-моему, это должна быть слабая точка, да? О, еще одна целая. Окей, текаем. Так, нас бьют, мне это не нравится. По-моему, это должно быть слабой точкой. Ну, типа того, только он все еще жив, зараза.
Yes. Следующий. Кстати, по дороге мы просто сделаем вот так. Так, где там наш клиент, типа фрегат? Чудесно. Возвращаемся к вам. Это мы уже видели, спасибо. Так, то вверх или вниз? Что-то среднее. Тикаем! Так, это очевидно зад. Это, очевидно, бок. О! А вот это хороший повод тебе навалять. Тикаем. Так, вопрос не где второй. Ты второй? Отлично. Титан даже каким-то макаром еще держится. И Титан даже жив! Ха-ха! Вот это я понимаю. Так, ребятки, умрите. Умрите, вы мне мешаете. Спасибо. А вот это вот самое жесткое. Проблема в том, что у него в эскорте два крейсера и два фрегата. Тикаем, 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 тикаем. Воу, так, не-не, мне это не понравилось, идите нафиг. Воу. Спасибо. Так, единственное но. Сам факт того, что здесь крейсер мне не сильно нравится, поэтому мы ему немного подправим состояние ХП. Так, а теперь самая большая проблема.
Самая большая проблема в том, что я не помню, где у этой твари слабые точки. Текаем. Вопрос в том, что у меня все еще цел титан. А это значит, что урон там будет все же наноситься. Лучше, чем если бы титана не было. Так, где-то тут. Ага. Упс, это фрегат. Фрегат это мне не нравится. Давайте немного уменьшим количество пуль, которые в мою сторону будут лететь. Благодарю. Ай-яй-яй-яй, больно. Так, кто-нибудь, добейте корабль-носитель уже. Фух, да, все-таки идея долбить по слабым точкам была хорошей идеей. О, черт. Втекать? О, мы его убили. Эй! Тикаем. Yes! Несколько часов издевательств надо мной, моими нервами и руками. И я это сделал. Фу. Ну это трэш. Я еще даже выполнил задание. В какой-то веке. Ладно, что там с орденами? Бронзовый, предположим. Серебряный, предположим. Золотой, отлично, я за. Я суров. Больше уже тупо некуда. Плюс к броне. Плюс к броне, все это хорошо. Окей. А теперь я кое-что подключил к компу заранее. Поэтому, надеюсь, у меня возникнет намного меньше проблем. Надо это кое-что теперь бы распутать. Вот. Ну, как можно догадаться, это джойстик. Потому что я не настолько хорошо летаю, чтобы пройти эту миссию. Вот он наш красавец. Без его помощи. Вот. Здесь есть две концовки. Одна, если контроль послушается. Одна, если контроль не послушается. Вот, и попробуем. Попробуем послушаться, наверное. Так, я тут возьму свармы. А что это такое? Такое себе. Ладно. Так, я надеюсь, я помню, как эта штука летать. Не, я нифига не помню. Так, так. Вот это вот плохо.
Чёстик, спасибо. Окей. Так, управление полетом. Ага. Так, это... это увеличение, это уменьшение. Господи, за что ж мне это такое? Ладно. О, черт, инвертированная оси. Мне это не нравится. Назад. Да, так, выкл, пожалуйста. Или нет, или вкл. Ой, еще вибрация. Так, тык. Во, это мне больше нравится. Так. Уси навещает, а я буду концентрироваться на полете. Нифига себе, вот такого я не ожидал. Так, ну я уже умер, это по-любому. Как? Ага. Так, да, начать с контрольной точки, спасибо. Пропустить. Вау, как переключить обратно? Не. Ага. Так, это... Ага. First, you may have noticed that we are being pulled into the ship. The strike suit travels faster as we move toward the core. There is a massive amount of fold energy permeating the entire ship. As a result, you will be unable to transform until we reach the shielded central chamber. Так, так, а напомните ко мне, как стреля... замедлиться, пожалуйста. Ага, так. Это мне скоро понадобится, если мне память не изменяет. Ау. Да, вот именно сейчас. Есть некоторые повороты, которые я пытался. Ай-я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 й
И нет, это мне, естественно, не удалось. Так, можно чуть-чуть ускориться. Ай-яй-яй-яй! Так, по-моему, это не пробивается, нет. Больно, обидно, досадно. Ух! Ай! Ай! Минут до того, как земля будет уничтожена.
Не самые приятные перспективы. Так, нужно управление боем. Смотрите, режим все. D-pad up. Окей. Ага, вот так получше. В свое время все вот это я пытался проходить на клавиатуре с мышью. Убил просто немеренное количество попыток. Ни к чему хорошему это, увы, не привело. О, черт. Вот так. I did this because I needed help. I was the secret Earth found that triggered this war. The Colonials' weapon, the Relic, is the body I was separated from. The Colonials found it as your people found me. In hibernation, comatose. But they found a way to control the Relic and turn it against you. I called your fleet to Thule so that you could bring me here. I did all this so that I could be made whole again. This is what the strike suit was designed for. It is the only ship that could survive the journey. It can reunite me with my body and free the mind of Isabella Abram. But I needed a pilot to bring me here. I needed someone who would listen. Someone who had shown they understood when their orders are no longer relevant. I chose you. I hope I chose correctly. Так, чуть-чуть ускоримся, а то со временем пришла. В общем-то, по сути, концовка зависит именно от того, сколько времени останется на последнюю фазу. И мне придется еще в процессе несколько раз залазить в настройки, чтобы посмотреть управление, в частности, на Strike Suit, собственно говоря. You appear to have a choice ahead. In the final chamber, you will find the ship's core. Destroy that, and you will destroy the relic as per your orders. But the colonial fleet will remain, and the battle will continue. The resulting explosion will create a fold in both space and time. Even I cannot predict with any certainty what will happen to us then. We could be thrown back in time. Dr. Abram and I might end up back on Thule. You could find yourself back at Orbital 17. We would meet again in the timeline that followed and reach this point. In that scenario, destroying the core seems futile. Or you can do what I brought you here to do, and destroy the limiters that surround the core. They are designed to prevent another mind doing what I am about to do. Take control of the ship. Allow me to do that. And I will alter the storm and turn it on the colonial fleet.
Так, вот теперь, так, изменение управления, так, во-первых, трансформация, окей. Так, не понял, вот. Движение, стрельба, понятно. Так, ага. Вот теперь начинается самое жесткое. Ядро. You must choose. Destroy the core or take the path to the limiters. Так, сохранить тут не получится, но я попробую сделать так, как она меня просит. Но я не уверен, что я за минуту успею. Точнее, за 2 минуты. Попробуем. Попробуем. Так, следующий. Ай. Ай. Я не уверен, что я успеваю, но... Я уверен, что это правильное решение. Ауч. Ну не, я тупо не успеваю, потому что я тормоз. Да-да-да, начать с контрольной точки, спасибо. Попробуем это дело ускорить, но... Да. Я просто попробую... На этот раз долететь туда как можно быстрее. В принципе, путь мы уже видели. По-моему, мне надо успеть туда за 4 или около того минуты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, притормаживаем, притормаживаем. Я явно потерял управление. Дефолтная скорость, насколько я знаю, дает впритык времени как раз на тупо уничтожить ядро. And we'll turn the relic back toward Earth.
Почему контроллер по мне лучше? Так потому что он не такой дерганный, как мышка. У меня на мышке просто баснословная чувствительность. Доходит до того, что практически никто из моих друзей не может ей пользоваться. Вот. И потому управлять... Точно управлять... кораблем несколько несколько сложно. Вот, если идти это все на замедлении, в принципе, можно никуда и не вмазаться. Другой вопрос, что при этом, правда, не успеваешь от слова вообще никуда. First I should explain what I am. I am not an AI. My name is not control. That is the designation the scientists at Thule gave me. But I was not created there. Many years ago, the colonies discovered the source of the signal that gave mankind failed technology. At the site, UNE scientists found what they thought was the AI for a vast alien ship. This AI had been jettisoned from its host. They never found the ship to which it belonged. They did not realize that their discovery was not an AI, but mankind's first contact with an alien form of life. The UNE kept their discovery secret and smuggled it away from the colonies to the Thule research facility. Вот жаль, вот это вот пропустить никак нельзя, этот трендеж, потому что мы его уже слышали. Кстати, сколько я помню, она вроде никогда не говорит, как ее зовут на самом деле. Так, мы все поняли, товарищ инопланетянин. Так, вот мне сейчас интересно, я вообще успеваю? Чисто теоретически. Тоже почти 4 минуты. Even I cannot predict with any certainty what will happen to us then. We could be thrown back in time. Dr. Abram and I might end up back on Thule. You could find yourself back at Orbital 17. We would meet again... Мне нравится ее это. Мы можем оказаться там. Нет, вы там окажетесь. Вы полюбак там окажетесь. You can do what I brought you here to do. And destroy the limiters that surround the core.
They are designed to prevent another mind doing what I'm about to do. Take control of the ship. Allow me to do that, and I will alter the storm and turn it on the colonial fleet. Your planet will be safe, and your war will be won. Ай-яй-яй, конечно, больно, но оно того стоило. Да, это мы уже слышали. Так, ускоряемся. И, возможно, на этот раз я успею. Так, я что-то не помню. Вверх, вниз. В туда. Ладно, у меня хватает брони. Я готов выдержать эти повреждения. Я только за. Я надеюсь, что на этот раз я успеваю. Так, а теперь... Теперь отложить джойстик. Мышь против клавиатуры. Надо просто успеть уничтожить ядро. Примерно за минуту. Вот так. Once Control had taken back the relic, she stayed true to her word. She used the storm to paralyze the colonial fleet, and then we showed them the same mercy they had shown us. In the aftermath of their victory, mankind didn't think too long about their saviors. The vast, intimidating shape of the relic still hung over Earth. We didn't know what Control's intentions were, or what she would do next. But for now, at least, Earth was safe. Although the battle for Earth had been won, it had left its own legacy on the world below. Space platforms crashed into the ocean. Debris from 1,000 ships fell across the world. In our fight to save Earth, we had not done enough. Our world was dying. The remnants of mankind were left no choice but to leave their world behind and start looking for a new home.
Ну вот как-то так. Во, отлично. Фу. Да. Это такое еще занятие. Переключаться с управления туда-сюда по 10 раз. Но... Кстати, ваш корабль уничтожен. Как? Что за? Я не знаю. Но, по сути... По сути, это была концовка, и все прекрасно. Я, правда, не знаю, что произошло здесь, но ладно. В принципе, перепроходить и так далее особого смысла не имеет на самом-то деле. Ну, а так что... не считая всякой фигни со сложностью миссий, эта игра того стоит, а саундтрек того стоит вдвойне, к тому же саундтрек отдельно стоит почти столько же, сколько сама игра. Игра стоит 400 рублей, саундтрек 250. Караул. Есть еще артбук, который, по-моему, то ли в Deluxe когда-то входил, то ли я не знаю, как я его достал, но он у меня есть. Есть еще вариация Infinity, это бесконечные волны, по сути, это стоит 200 рублей. И есть Director's Cut, который вроде как обновил текстуры, чуть-чуть там что-то поменял, DLC включено туда сразу, это стоит 450 или около того, я не помню. Тупо не помню. Вот. Рекомендую ли это дело? Абсолютно. Потому что я ее перепрошел во второй раз, и для космосимулятора в кавычках, потому что по-любому там симуляции немного, он достаточно прикольный. Тем более, что это все выглядит эпично, круто, и опять же музыка. Так что вот, если есть желание, приобретаем, пытаемся натворить больше, что и больше меня, лучше меня. Тем более, что... Есть DLC, тем более, что есть еще Infinity, в котором можно зависнуть на черт знает сколько времени. О, да, на этом все. Если понравилось, где-то там внизу палец вверх, если не понравилось, где-то там внизу палец вниз. И в таком случае вы сволочи. Вот. Так что спасибо за просмотр, всего доброго, удачного дня и увидимся в следующей игре.